Здравствуйте, меня зовут Кристина Лап, и я выпускница курса «Мастерская совершенства». Благодаря этому курсу и благодаря великолепному и мощному тренеру Деменшину Алексею Владимировичу я достигла огромных кардинальных результатов и перемен в жизни. Перед записью на данный курс и особенно после рождения ребенка я жила очень серой и однообразной жизнью. Дни за днями тянулись однообразной рутиной, и я горевала о предательстве и расставании со своим мужчиной, сожалела о своей испорченной внешности после родов. Также пыталась заниматься какой-то торговлей, которая мне давалась через очень большое напряжение и, к слову сказать, не приносила никаких результатов и никакого счастья. А также у меня было очень много проблем со здоровьем, и мне постоянно хотелось спать. Теперь у меня появилось море бодрости, энергии и позитива. Все дела, которые раньше приходилось делать через напряжение, заставлять себя, сейчас я делаю просто с радостью и с удовольствием. Это касается и занятий спортом, и самих тренировок, духовных практик, и даже просто обычных бытовых домашних дел. Теперь я не хожу и не гружусь целыми днями той мыслью, что мне нужно сегодня сделать пробежку, или что мне нужно убраться дома, или что-нибудь еще. Я просто беру и делаю. Для меня это теперь как игра, и это приносит какое-то своеобразное удовольствие, и нет никакого напряжения. У меня поднялся общий уровень энергетики. Мне стало нравиться жить. Жизнь, она во всех своих проявлениях так шикарна. Я наслаждаюсь тем, как поют птицы за окном. Я наслаждаюсь тем, как летают бабочки. Я наслаждаюсь тем, как играется и смеется мой ребенок. Я стала уделять ему больше времени. Я стала вместе с ним играть. И самое главное, что это теперь приносит мне действительно удовольствие. У меня очень сильно поднялась самооценка. Теперь я не завишу от мнения других людей. Меня перестали волновать их какие-то мелкие проблемы, задачи, ничтожные конфликты и прочие другие разные мелочи. Я стала гораздо выше всего этого. Я стала такой большой, огромной, такой спокойной, сильной, умиротворенной. Я улучшила отношения в своей семье. Я научилась по-другому взаимодействовать со своим ребенком. А самое главное, я наладила отношения с его отцом. Теперь они каждый день общаются по скайпу, и папа даже собирается прилететь к нам в гости. Я наладила свою личную жизнь. Теперь я хожу на свидания с мужчинами. Они меня возят, они дарят мне цветы, они дарят мне подарки. И самое главное, что в моем окружении уже появилось очень много целеустремленных, успешных и обеспеченных мужчин. И я считаю, что я достойно встречаться именно с таким. Я теперь просто открылась как женщина. Я не гонюсь больше за каким-то бизнесом, за какой-то работой, за какими-то там ничтожными заработками. Я просто научилась любить, хвалить и благодарить мужчин, восхищаться ими. Теперь я просто расслабилась, и они мне все сами дают. Мне не нужно для этого напрягаться. Я освободилась от разных ограничивающих убеждений, от душевных травм, которые мешали мне жить. Я научилась благодарить себя за свои маленькие и за большие достижения. Я перестала ругать себя, я отношусь к себе с уважением, с трепетом, с любовью. Я постоянно улыбаюсь и радуюсь. Я в отличной форме, я прекрасно выгляжу, я качаю пресс, я держу свое жилье и себя в чистоте и в красоте. Я ухаживаю за собой, я делаю прически, я делаю маникюр, я делаю массажики. Я слежу за своим здоровьем, я ем витамины, фрукты, делаю все, что необходимо и все, что нужно для того, чтобы жить красиво. В общем, я самая шикарная женщина в мире, и этот мир, он открылся для меня по-другому во всех своих красках. И за это огромное-огромное спасибо самому прекрасному и благородному мужчине и мощному тренеру Деменшину Алексею Владимировичу.